Ростелеком завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи до Калининграда. Новую магистраль Кингисепп Калининград проложили по дну моря. Линия повысит качество работы и увеличит ресурс инфраструктуры связи с Россией. Ранее для этого использовали только наземные линии по территории иностранных государств. Протяженность магистрали – более 1,1 тысячи километров, пропускная способность – 100 гигабит в секунду. В перспективе скорость соединения смогут увеличить до 8 терабит в секунду. Во время строительства специалисты Балтийского флота уничтожили 7 морских мин.